Привет! Сегодня мы поговорим про чат-бот Syntex, который собрал все лучшие нейросети. Это языковые модели ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, нейросети для создания видео, такие как Runaway, Sora, Kling, Minimax. Нейросети для создания песен, музыки, это у нас Suno, причем Suno можно использовать без авторских прав, потому что вы генерируете за внутренние монеты. Зайти в данную нейросеть можно как с телефона, так и через десктопную версию с помощью компьютера и генерировать. Хотите на телефоне, хотите с компьютера. Я лично люблю с компьютера генерировать. Мне так удобнее. С телефона вообще, честно, стараюсь не работать. Кстати говоря, забыл сказать, что Все сервисы работают без VPN. Если вдруг вы захотите оплатить доступ, купить подписку, можно оплатить при помощи карт российского банка. Но это вообще круто. Просто, например, чтобы зайти на ChatGPT, мне нужно было всегда использовать VPN. Чтобы пользоваться Клингом там, или Runaway, мне нужно было покупать через посредников, то есть переплачивать сверху плюс 20%, а здесь через карту российского банка вы покупаете подписку, что выходит практически на 50% дешевле. Итак, давайте я вам покажу, как войти с компьютера. В поиске пишем Telegram. Итак, здесь мы видим, у нас веб-версия, через нее мы не входим, мы заходим просто, ссылка Telegram. В правом углу нажимаем кнопку «Скачать», скачиваем к себе на компьютер, открываем, все, мы зашли. И, непосредственно сам вход осуществляется по ссылке под моим видео. Кстати, если вы по ссылке перейдете, то вам будет доступна дополнительная скидка при покупке подписок. Здесь мы нажимаем просто кнопку «Старт», выбираем язык русский, и нам сразу начисляется 5,5 токенов для генерации. Давайте посмотрим видео приветственное, что здесь, что в данной нейросети можно делать. Также несомненным плюсом является, что можно писать абсолютно все на русском языке, оно автоматически будет переводиться на английский язык. Давайте с вами сделаем небольшой ролик, заодно посмотрим, как пользуется. Так, любое видео начинается с написания промпта. Давайте зайдем в чат GPT, нажимаем меню. Здесь у нас первая вкладка — это профиль. Сюда вы можете зайти, посмотреть тарифный план, купить его. Здесь останавливаться на этом не буду, сами разберетесь. Вот, нажимаем первую вкладку GPT. Здесь нажимаем «Управление» и выбираем языковую модель, в которой мы будем создавать. Итак, как вы видите, здесь представлены все топовые языковые модели. Это GPT, DeepSeek, Gemini, Grok. Здесь у меня Pro подписка, здесь у меня доступно 25 генераций в час, бесплатных 150 в сутки. В бесплатной версии, кстати, также доступны бесплатные генерации. Так, у меня получился такой промпт. Напиши мне промпт для нейросети Midjourney. Без параметров, маленький, несчастный, грязный, плачущий котенок, короткий, в реалистическом стиле, T-Pose без BG. T-Pose — это то, значит, это у нас изображение будет статичное, без BG, то есть без заднего фона. Нажимаем Enter. Так, наш промпт готов. Давайте выделим, скопируем. Опять открываем меню. Нажимаем Design с ИИ. Открываем Midjourney. Будем делать изображение Midjourney. Здесь нажимаем редактор запросов. Сюда вставляем промпт. Здесь выбираем соотношение сторон. Видео горизонтальное, то есть будет у нас 16:9. Если вы хотите сделать шорты, либо вертикально, то, соответственно, 9:16. Здесь все параметры оставляем без изменений. Нажимаем скопировать и закрыть. Итак, вот такие мы изображения получили, но они меня не устраивают. Кстати, можно увеличить качество изображения, но пока мы это делать не будем. Давайте вернемся в чат GPT и поменяем промпт. Так, маленький, счастный, грязный, плачущий котенок в плаще, пускай будет в плаще, и на костылях. Так, давайте вот такой запрос сделаем. Итак, вот такое у нас изображение с котенком получилось. Есть прямая ссылка для скачивания. Также можно отредактировать. Так, теперь давайте зайдем в чат GPT, сделаем промпты и будем создавать уже с вами непосредственно нарезку промптов и кадров, чтобы потом сгенерировать видео. Так, открываем меню GPT. Заходим в чат GPT, пишем следующий промпт.
Придумай историю про маленького несчастного котенка на костылях и в плаще, который ходит по свалке старому заброшенному городу, а в конце выходит на зеленую лужайку, где много счастливых котиков. Сделай 10 промптов для данного сюжета. Итак, копируем промпт. Ctrl-C. Заходим опять в меню. Дизайн. Выбираем Midjourney. Итак, загружаем нашего котенка несчастного. Нажимаем «Открыть». И где подпись, вставляем наш промпт. Нажимаем «Отправить». Пока генерируется изображение, можно, кстати, скопировать следующий промпт и точно так же его вставить. Итак, изображение мы все скачали, теперь открываем видео будущего. Давайте сделаем наше видео при помощи Clink 2.0. Если честно, еще ни разу не делал видео при помощи 2.0, потому что она на обычном сайте, по-моему, 100 единиц стоит, это пипец как дорого. Итак, заходим в настройки. Креативность ставим на 9. Качество профессиональное. Версия Clink 2.0. Длительность 5 секунд. Теперь пишем промпт. Например, котенок. Котенок идет на камеру. Камера плавно отдаляется. Как видите, я написал промпт на русском языке. You were the shadow to my life. Did you feel all? Afraid of aim is out of sight. Wanna see us alive, alive. Where are you now? Так, что у нас еще осталось? Да, еще можно, кстати, наложить помимо этого всего музыку в Суна, которая, кстати, вообще стоит копейки. Генерация стоит всего 2 монеты. Плюс можно использовать с авторскими правами. А еще здесь можно, помимо наложения песни, музыки, можно сделать генерацию звуков. Добавим на наше видео звуки. Например, котенок жалобно мяучит. Стоит это всего сколько? 0,5 цента. Так, давайте прослушаем. Плюс на все это у нас не будет распространяться авторские права, и можно спокойно использовать все вот эти звуки. Так, давайте зайдем в настройки Суна, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, версия 4.0, пользовательский режим. Так, что тут у нас по стилям есть? Охренеть, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Punk Rock, Aggressive. Сохранить. Так, и теперь текст песни. Текст песни будет у нас просто мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Необходимо подписаться на канал Syntax Family, ссылка будет под видео, где будет разборы различных приемов, как работать с нейросетями, как создавать, например, классные обложки на ваш ролик на YouTube. Также необходимо подписаться на телеграм-канал Syntax Community. Так, первая вкладка — обновление Syntax. Здесь рассказывается, что добавляется в данный телеграм-бот. Так, следующая вкладка у нас — вдохновляя в игры. Здесь проходят различные конкурсы, нарисовать что-либо, и кто выигрывает, вам начисляют различные монеты. Так, следующая вкладка — это мастер-классы. Здесь вы просто можете посмотреть на YouTube различные мастер-классы, как работать в Midjourney, чат GPT и тому подобное.
То есть вам не обязательно покупать курсы у различных инфоблогеров, инфо-цыган, таких как Влад Козыра, который, кстати, мой ролик зачем-то засунул к себе на канал, сказав, что я что-то продаю, какие-то курсы. Я курсы никогда не покупал, не продавал, ну и не собираюсь их продавать. Делай мультики с помощью AI, зарабатывай на монетизации YouTube сотни тысяч и миллионы миллионов. Я очень много разоблачал инфо-цыган, но зато я не пизжу и беру деньги всего за 2000 рублей. А далее, что у нас болталка? Ну, болталка здесь просто... Люди делятся своим мнением, помощь новичкам. Вот, кстати, классная тема. Здесь у кого какие-либо есть вопросы, вы просто задаете вопросы, и вам команда Синтекса отвечает. Киберкадры в Синтекс. Здесь просто люди делятся своими видосами. Сейчас у нас же неделя Пасхи была. Ну, соответственно, здесь практически все про Пасху идет. Пасха, 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 яйца, яйца, яйца. Что здесь? Вот, кстати, какой-то ролик прикольный. Ля-ля-ля-ля. Так, рисуем вместе Синтекс. Что здесь? Ну, люди просто делятся своими картинками. Здесь вот есть запросы, промпты. Можете просто скопировать их, ставить. Также можно выбрать отдельный фрагмент картинки, его увеличить. И дальше отгенерировать алгоритмы. Честно, я сам в этой программе буквально пару дней еще совсем не разобрался. Алгоритмы еще я не знаю, что такое. Точнее, алгоритмы я знаю, а алгоритмы еще не в курсе. Галерея фантазий. Тоже, честно, еще не знаю, что такое. То, ну, наверное, это вы сами пишете здесь вроде промпт, и вам уже нейросеть рисует. Кстати, вот красивая картинка, можно сюда себя засунуть. Прикольно, что-то такое попробовать тоже сделать. Итак, все, всем спасибо за просмотр. У кого какие вопросы, комментарии, пишем под видео. Подписываемся, все ссылки на телеграм-каналы и на все, что было в видео, будет, как обычно, под видео. Всем спасибо и до свидания.